Это памятник немецкому астроному Георгу Кристофу Аймату, который жил в 1638 по 1705 год. Здесь написано «Хексенхойзле». Домик Бабы-Яги. Вот она на метле сидит. Полетай на метле. Вот здесь вход в этот Биргартен. И в ножку. Или в кафешку. Это птица Норис, символ Нюрнберга. Это сад вокруг крепостной стены города Нюрнберг. Кстати, эта крепостная стена в этом городе самая длинная по протяженности во всей Средней Европе. А это вид с крепостной стены города. Это старый ротхаус города Нюрнберг. И здесь есть исторический зал в нем.